Король, не будь жестоким, пожалей его. Ничего с ним не станет. Во всяком случае, нам будет легче с ним разговаривать. Ты не слишком утомился? Велю-ка я сыграть что-нибудь побыстрее. Вели что угодно, не танцую больше. Вернись в круг. Уж лучше я пойду деревья валить. Как тебе угодно. Может, сейчас? Пожалуйста. Добрый вечер, ваше высочество. Благодарю вас за теплый прием. То есть я вас... Простите, я чего-то не понимаю. Я думала, что вы встречаете меня. Нет, наоборот, я собирался уйти. Ну что ж, не смею задерживать. Но я... Прошу вас. Может, лучше с музыкой? А действительно, почему не играют? Играйте! Музыка! Кто вы? Вы будете меня исповедовать или танцевать? Интересно, кто это? Скоро узнаем. Сыночек, ты раздумывай валить деревья. Она прекрасно двигается. Я бы хотел знать, кто она. Дай ей потанцевать. С нашим тюфяком. Плохо ты его знаешь. Скажи, кто это? Понятия не имею. Снимает вуаль. Вероятно, она скрывает под ней свой длинный нос. Скажите же мне, кто вы? А сами не сумеете узнать? Тогда откройте вуаль. Не узнаю. По-моему, он делает то, что ты велел. Но все же, кто она? Ты менее сдержан, чем твой сын. О. Ну, хотя бы намекните, кто же вы? Зачем вам это знать? А затем, что именно сейчас я выбрал себе невесту, но не знаю, кто она. Тише, принц, нас слушают. Ну и пусть слушают. Я готов объявить на весь свет, что у меня кругом идет голова, я влюблен, и что будет свадьба. Но при этом вы кое о чем забыли. О чем же?
Узнать у невесты, пойдет ли она за вами.